Добрый день всем присутствующим. Вот, наше хозяйство находится в Граничном районе Волгоградской области. Преимущественно мы выращиваем практически весь борщевой набор овощных культур, начиная с картофеля, лука, моркови, свеклы. Пробовали также выращивать перец, баклажан. Но остановились на трех культурах основных. Это картофель, морковь и лук. У нас есть, как сказать, две системы орошения. Это капельная система орошения и машина дождевального типа, которую мы недавно приобрели и тоже используем для полива овощных культур. Что могу сказать по экономике, да, как уже было сказано. Экономика, конечно, при поливе на капельном орошении намного выше, чем на машинах дождевального типа. Машины дождевального типа, скорее всего, с нашей точки зрения, подходят больше для выращивания зеленой массы, кукурузы на зерно и картофеля. Экономика выращивания на капельном орошении по овощеводству, я могу сказать, с уверенностью выше на 30%. Несмотря на удорожание себестоимости продукции. Что могу сказать? 10 лет назад мы купили первую машину дождевального типа, круговую пивот, вот, фирмы «Валей», и поняли, что купить и приобретать растительную технику, вести трубопроводы – это только часть программы. Надо научиться уметь выращивать на этих машинах достойную, качественную продукцию. Первый год у нас был не очень, как говорят в России, блинкомом. Вот. Но со временем мы начали понимать смысл орошения поверхностного. Так как капельное орошение для нас уже было не ново, мы достигли своего мастерства в этом. Вот. Но именно машины дождевального типа, которые сейчас обширно у нас в регионе стараются ставить на многих предприятиях, это тоже своего рода работа с ними, своего рода это тоже наука. Потому что много здесь уже сказано было, что, конечно, почва страдает от этого, несмотря даже на глубокое рыхление, все равно есть засаливаемость почв, смывание плодородного слоя верхнего, это тоже присутствует, я могу отметить. Вот, но в целом, скажем так, культура земледелия на этих машинах, она, ну, скажем так, достойна на сегодняшнем уровне, да, на уровне, да, я бы сказал, мировых стандартов. И что могу сказать, да, что везде в нашей жизни нужны специалисты для выращивания сельскохозяйственных культур, но не в каждом хозяйстве такие специалисты присутствуют. К сожалению, сейчас много говорят об этом, желают построить институт, как в советское время были специалисты у нас, которых выпускал сельхозинститут, которые не было сложно, да, их найти. Но сейчас такие специалисты отсутствуют. Несмотря на то, что у людей есть достаточное количество финансов, скажем так, немного знаний, но, опять подчеркну, не все умеют работать на них, на этих машинах. У нас в Градическом районе, если, например, да, в Калачевском районе, я слышу, тысячи гектар ставятся, то у нас в Градическом районе, я думаю, что кто знает этот район, таких машин ставится, да, очень немного, очень малый процент. Вот. И
я не знаю, кто-то может присутствовать из городского района. У меня желание, конечно, чтобы люди хотя бы вели севооборот, использование этой дождевальной машины с умом, скажем так, ну и побольше профессионализма в этом деле. Потому что земля, как сказал Марк Твен, покупайте землю, она больше не производится. К сожалению, да, в этой жизни, в нашем мире можно произвести все, от ботинок до самолета. Но земля не производится больше, ее надо беречь и уметь на ней работать. Чего хочу пожелать всем присутствующим. Спасибо. Скажите, а вы используете севооборот, да, Александр Юрьевич? Мы используем севооборот. И что, как он выглядит вот на орошении на овощных культурах? Как мы, скажем так, к сожалению, мы достаточно поздно пришли к пониманию севооборота. Потому что рынок, как уже перед этим было сказано, он диктует свое. Люди, увлекаясь прибылью, достижения урожайности по 120 тонн гектара, с гектара лука, сейчас уже 100 гектар с моркови достигают некоторой урожайности. Такое понятие, как севооборот, многим безразлично и остается безразличным. Вот мы это поняли спустя некоторое время. Слава Богу, что мы вовремя это поняли и стали использовать на наших землях все в обороте ячмень, пшеницу, значит, и чистый пар. Вот. Скажем так, пробовали использовать мы все в обороте кукурузу, но кукуруза для овощеводов оставляет очень большие пожневые остатки, что создает проблемы при высеве мелкосемянных культур, которыми является морковь и лук. И, к сожалению, кукуруза для нас в севообороте стала неприемлемой культурой. Вот, поэтому мы остановились на пшенице, остановились на ячмене. И в планах у нас использовать также в севообороте еще сою. Вот, как бы не секрет, что соя обогащает азотом землю, корневая система сои. Ну и как предшественник, она более приемлема для нас на данный момент времени. А что вас подтолкнуло к введению севооборота? Вы говорите, вот, что мы не сразу к нему пришли, а потом якобы вот как-то спохватились. Да? Ну да, наверное, вы правы в том, что вы спохватились, потому что мы начали замечать падение урожайности по нашим культурам. Скажем так, что если раньше земля могла приносить нам 100 тонн с гектара продукции, то уже через 2 года мы видели результат 60 тонн, несмотря на использование всех удобрений современных, глубокое рыхление, да, обработки почвы. Ну, разные приемы мы применяли, да, вот, но, к сожалению, земля, она, как сказать, более правильно дает свой ответ человеку, который на ней работает. Вот. Если ты с землей обращаешься действительно по-научному, да, немногие это понимают, к сожалению, у нас, что с землей надо иметь знания, как с ней работать, то, к сожалению, теряешь урожайность, потеря урожайности ведет к потере сезона, а у нас, вы сами понимаете, у нас один сезон, в отличие, да, от жарких стран, где слышно там, и по 2 урожая, и по 3, и по 4 люди собирают. У нас в России, в нашей зоне, мы собираем один сезон. И пришли к выводу, что лучше давать земле отдыхать, делать севооборот, внесение отдельных препаратов биологического происхождения, которые позволят на будущее нам увеличить урожайность наших овощных культур. Да, и вы смогли вернуть урожайность, которая у вас была до потери урожайности? Да, к счастью, мы вернули урожайность благодаря севообороту, благодаря чистому пару, опять повторюсь. Вот,
значит, ну, практически мы вышли, да, на предыдущие позиции по урожаю, которые мы имели, заходя на целинные земли, да, когда мы начали целины. Самое лучшее, наверное, для овощеводов – это целинная земля, залежная земля. Она находится в своем природном составе, не испорченная ничем, ни гербицидами, ни пестицидами. Она, к счастью, дает очень хороший результат для нас. И мы сейчас стараемся уходить на целинные земли, осваивать новые земли, приобретаем новые земли, а те земли, которые мы работали, мы стараемся именно держать севооборот, чистый пар, повторюсь уже. Ясно. Очень интересно. Да, пожалуйста, Александр. Коллега, я порадовался, что вы так поэтически рассуждаете о непрофессионализме. Ну, правильно. Значит, ну, первое я хочу сказать, прежде чем задать вопрос, насчет пара. Если у вас нет промачивания больше 50 сантиметров, это бесполезно. Это, ну, не моя мысль, это чистый пар. Вот чистый пар с органикой, вот это, наверное, что-то в этом есть. Следующее. Мне понравилась мысль по поводу рыхления. Не питайте иллюзии по поводу рыхления. Мы испытывали дорожный рыхлитель на солонцеватых почвах до 80 сантиметров. Год-два. Дело в том, что вы интуитивно подошли, но надо знать почву. Каштановые почвы, поверьте мне, я на них около 40 лет работаю. Каштановые почвы отличаются тем, что в них преобладает монтмориолонит и гидроцеллюлит. Это так называемая слитизация, уплотнение, коркообразование. Поэтому ваше рассуждение правильно. Ни удобрение, ни рыхление, никакое, ничего не спасет. Разумный предел, это физиками установили, это стрела времени. Назад вы никогда не вернете. И то, что вы говорите, вернули урожай, это ну, вызывает определенное сомнение. По поводу севооборота, мне хотелось бы все-таки выяснить, какой вы в овощеводстве все-таки вы сторонник короткой ротации или длинных севооборотов? Вот такие эксперименты были, скажем, вот здесь короткий, как вы сказали, чистый пар. Короткая или длинная ротация, да. Севооборота. А, извините, это я... Опять увлекся. Ну, вы знаете, я, наверное... Или нет смысла в овощеводстве применять длинную ротацию? Я сейчас... Да? Скажем так, все будет зависеть, короткая или длинная ротация, от объема земельных ресурсов, которые пользуются хозяйством. Не у всех есть возможность иметь тысячи гектаров в овощеводстве, да, чтобы использовать длинную ротацию. Если посмотреть конкретно на эту проблему, мы увидим, что в Граническом районе, конкретно, повторюсь, да, Гораический район, у нас преимущественно это мелкие крестьянские хозяйства, у которых поля, доля выращивания продукции – это от 30 до 100 гектар максимум. Вот. И приобрести и увеличить площади для того, чтобы сделать хоть какую-то ротацию, повторюсь, не только короткую или длинную, у людей нет возможности. Стоимость гектара достигает от 120 до 200 тысяч рублей. Практически как в Краснодарском крае. И самое главное, что она вся возле канала находится, она вся занята. А вести трубопровод, скажем так, ну, да это достаточно накладно, и людям это неинтересно, невыгодно. Я сторонник длинной ротации, если так сказать. Но на сегодняшний момент я могу себе только короткую позволить ротацию. Вопрос такой будет. Вот вы все-таки, я чувствую, копаете глубоко, а вы можете сказать, когда наступит катастрофа? Пример. Катастрофа уже наступила. Уже, да? Да. Я могу сказать, что по качеству сельхозпродукции Гораический район упал ниже среднего уровня. Потому что Астраханская область, в которой земельных ресурсов намного больше, чем Волгоград, конкретно в Гораническом районе, да, у них качество продукции намного лучше. Потому что они даже никакую ротацию не используют. Они просто оставляют земельный участок, на котором выращивался лук, и переходят на соседний. Земля стоит порядка 5-10 тысяч гектаров. И здесь, имея возможность уйти на другой земельный участок, они просто, им даже не интересно использовать какую-то ротацию. У нас более сложная ситуация. Люди теряют в качестве, люди теряют рынок из-за того, что
почва уже испорчена. Высаживается морковь, приведу простой пример, по 3 года на одном и том же месте. Что происходит? Происходит гниение корня. Приезжают специалисты из институтов, задается вопрос. Ну, фермерские хозяйства, я опять говорю, что научного подхода нет. Простой банальный ответ – плохая земля. Плохая голова, наверное, скорее всего. Вот. И людям объясняют, что нельзя морковь выращивать ни 3 года, ни 2 года подряд. 1 год, раз в 5 лет ее надо выращивать. И уходить на длинную ротацию. Использовать дальше либо чистый пар, либо же сажать ячмень, следом картофель. Вот, скажем так, что катастрофу вы правильно отметили, она уже наступила. И, к сожалению, в будущем я не вижу в будущем качества в городище по овощам. Из-за того, что люди не соблюдают севооборот. То есть без севооборота работают одним днем. Да, работают одним днем, да. Ясно. Ну что, Александр Юрьевич, еще вопрос. Ну давайте коротко, чтобы нам двигаться дальше. Александр Юрьевич, вам вопрос как практику овощеводу на капельном орошении. Андрей Пучуков, Новый Тифлисим. Скажите, пожалуйста, какая у вас проблематика на капле? И не связано ли это с рельефом, микрорельефом, выровненностью полей? И если да, то как вы с этим работаете, как вы это определяете? Спасибо. Ну, касательно рельефа, у нас достаточно сложный. Равнинных участков очень мало в нашем хозяйстве. Значит, но капельное орошение мы пытаемся схему полива выстраивать так, чтобы хватало давления в системе и участки были все полноценно насыщены влагой. То есть, ну, каких-то проблем конкретно с капельным орошением мы не испытываем. Я имею в виду проблематику там, распространение каких-то болезней или там распространение болезни может быть какой-то или... Я вам скажу так, что на самом деле, что касается овощеводства, я более сторонник капельного орошения. Почему? Потому что я могу прыжневые остатки от любой культуры, они остаются в почве, создается грибковая флора, и с помощью капельного орошения мы можем внести фунгициды в почву и избежать грибковых поражений растений. Что касается, немножко отклонюсь от темы верхнего полива, мы такого сделать не можем. То есть мы можем, да, так же, как и касы, давать фунгициды через полив, но это очень сложно высчитать норму, и эффект неоднозначен от этого. Капельное орошение в плане внесения фунгицидов это очень грамотное решение. Может быть, что-то я не то на ваш вопрос не могу до конца понять. Дискуссию не надо. Да, мой вопрос, если какие-то там, не знаю, зеркала на полях, где может быть накопление. Такие зеркала, конечно же, есть. Конечно, существуют проблемы из-за рельефа. Вы сказали зеркала, но мы называем это болото, да? Простым языком. Вот. Конкретные болота и у нас тоже есть, к сожалению. Мы боремся с этим, боремся тем, что мы ставим ограничители подачи воды. Вот. Ну и, соответственно, простым языком мы забываем про урожайность, мы забываем про эти участки как экономическую выгоду для нас. Вот это присутствует. Опять-таки, на машинах такое не существует. Почему? Ну, понять не можем. Но вроде бы и вылив везде одинаковый, и такие же есть и проблемные зеркала, как вы говорите, но там вода как-то по-другому распределяется. Вот. Но в капельном орошении это, к сожалению, присутствует. Я бы сказал, это такой своеобразный даже бич сейчас, на сегодняшний момент, фермеров, которые их преследуют неизбежно. Потому что огромное количество влаги пытаются люди внести в почву, желая получить ожидаемый урожай. И, скажем так, бесконтрольно они вносят влагу, без всяких регулировок, без просто, скажем так, наобум русский авось. С понятием того, что чем больше там влаги, тем больше будет у меня урожай.
но, к сожалению, как практика доказывает, все наоборот. Заливает корневую систему, растение перестает потреблять микроэлементы, фосфор, азот и, наоборот, чахнет. То есть, ну, опять говорю, везде нужен знание, везде нужен хозяйский подход. Это мой личный. Ясно. Александр Юрьевич, спасибо, спасибо, что нашли возможность поделиться своими наблюдениями.